Всем привет, друзья! И с вами, как всегда, Лёва. И вот появилась очень и очень интересная новость. Я считаю, что просто новость, которая заинтересует вас. Хоккеисты из Азербайджана крупно обыграли иранцев в Казани со счетом 11-6. Этот счет стал самым результативным в международном турнире Кубок ОРХС на данный момент. Лучшим игроком матча признан азербайджанский голкипер Александр Минеев. Это первый международный турнир в истории команды Азербайджана по хоккею на льду. Также в соревнованиях участвуют Турция, Казахстан, Ливан, Пакистан, Монголия, Кыргызстан, а также Республика Татарстан. Друзья, не забываем подписываться, ставить лайки и обязательно высказывать свое мнение в комментариях. Комментарии и ваше мнение очень важны для меня и для тех, кто обсуждает эту тему.